Конотопе Сумской области в блокаде не рады. Там местные жители выступили против нардепов Семена Семенченко и Егора Соболева, а также всех остальных участников блокады. Горожане считают, что вопрос о торговле с оккупированными территориями нужно решать в зале парламента, а не в полях, перекрывая дороги или железнодорожные пути. Народный депутат! Понимаешь? Разжигаешь войну! Ты на Путина работаешь! Понял, кто ты? Ты на Путина работаешь! Послушай! Урод! Мы приезжали! Ты народный депутат! Почему? Остановись! Вот поговоришь с людьми! Да куда ж ты ушел? Едьте отсюда, не мутите воду!